большая лига России, это совершенно точно. Не исключено, что вторая лига в мире после NCAA просто по количеству команд. Хотя мы, я считаю, на правильном пути. Наша лига – это живой организм, который совершенствуется, развивается. И уверен в том, что мы на этом не остановимся, будем развиваться дальше. Ребята, очень здорово, что вы играете в баскетбол и играете на таком классном уровне. И давайте болеть за наш баскетбол. Каждый игрок чемпионата СБ должен быть харизматичным, должен уметь выживать вообще в любых условиях, и путь к этому только через баскетбол.